Продолжаем изучать законы мироздания. Сегодня мы с вами рассмотрим пятый закон Вселенной, закон исполнения. Здесь приводятся цитаты и ссылки из книги «Мы – боги» Анны Лии. Скарин. Существует закон, незыблемо установленный на небесах, до начала создания Земли, в котором предначертано каждое благословение. И если нам суждено получить благословение от Бога, то только благодаря следованию этому закону. А этот закон также известен как закон произрождения, закон творения. Что посеешь, то и пожнешь. Посади семя и получишь с него урожай. Каждая мысль обладает могуществом творить реальность. И как судишь, так и будешь судим. Этот закон исполнения распределяет силу мыслей и слов, сопровождаемые силой эмоции. Они порождают вибрацию, несущую каждому воздаяние по заслугам, согласно пророжденному им. Желание – это жар, который пробуждает к жизни спящее семя и дает ему силу явить себя, силу творения. Этот закон истинный и вечный, вне зависимости от наших желаний. И если мы сеем мысли, семена, и отделяем сорняки, сомнения, страхи, недовольство собой, можно быть уверенным, семя зайдет. Подготавливая свои умы без тревог и страхов, без недовольства собой, к тому великому, что нам предстоит, оно вне всякого сомнения осуществится. Сила, позволяющая нам править обстоятельствами и выстраивать их в совершенстве, в наших с вами руках. Это сила мысли, которая есть сила божественности.